25 43. Хороший буфетик 120. Это 90. Куколка 13 9 13. Наставят здесь вот это вот, не подойти. Тяжелая девушка, надо худать. Надо садиться на диету. Она еще и, ну да, она сидячая, конечно. От сидения это килограммы, они приходят. Ну сиди дальше. Так, девушка, нет, это стоящая, слава богу, слава богу. Веселая, и, кстати, очень хорошая детализация, кстати. Это замуж пойдет. Нормальная, улыбчивая, веселая, многообещающая. Подающая надежды, короче, такая позитивная девушка. Та-та-ра-та-ра-да. Это неохота ее и садить. Ну вот в чем смысл лежачих кукол, да, как-то тоскливенько, все лежит и лежит, как-то тоскливо, конечно. Вот это 80, стол вишневый, 180, ну это вишня. Сервизик 38, 22 части.
сервис прикольный. Непонятно, чьих кровей, я что-то не вижу тут. А, что-то я не вижу. Что-то тут темно. Вот так красиво. Сахарница, молочник. Красивый какой. Ага, да. Я держу. Красивый. Отложить? Отложить. Да, кстати, пошел на свет, посмотрел, это Англия. Виктория. Вот видно, что ручная здесь. Я чувствую вот такая рельефность. Видно, кисточкой художник делал какие-то пассы. Интересно. Видно, Китай. Ага, винтерлин, да. Здесь стаканчики. Вала. Глина. Интересная такая вазочка, явно роспись, художественная. Содержимое это уже тю-тю, дельфин уже под этим делом, под шофе. Ага, скоро Дед Мороз к нам придет. Готовь сани летом. Красиво, мило.
сцены охоты. Написана ручная роспись. Ширдинг, кстати, ого, 60-е годы, очень красивый. Жаль, что нет молочника, а так вообще супер. Сыровочка, все красиво, все есть. Жаль, молочника нет. Ручная роспись. Я уж думал, Бурклиндау. Да, классные тарелки, надо брать. Очень классные. А потом пойти? Угу. Карамель. Очень красивая. Обалденная вот эта штучка. Угу. О, какая тяжелая. Какая тяжелая.
О, Винтерлинг. Шилдинг. Одна фирма. Миттертайг. Зельтман. Явно Арцберг, точно. Типичная форма, видите, как распускающийся цветок. Ширдинг. Арабелла, ху-ху. Это крутая фирма. Это крутая. Какая интересная. Ателье Порселан Бавария Арабелла. Это очень хорошая, кстати. Мануфактура очень. У них и прорезной есть фарфор. Кстати, надо где-то у нас есть. Надо найти. Изумительные перины. О, это Шуман. Прелесть. Шуман, знаете, он и в Африке Шуман. Он веников не вяжет. Красивая. Винтерлинг. Очень красивая. Thank you.
Это тыринка для нежеланных гостей. Вот это для желанных, а это для нежеланных. Пришел так гость нежеланный. Ну, раз, говорит. Мы говорим, садитесь, все, кушайте сколько хотите. Вот вам кастрюля. А, оригинально вообще. Это одно яйцо все за все. В общем, короче говоря, рецель. Это, короче говоря, загадка для гостя. Наливаем вот, вот сюда борща. И все. И кушайте сколько хотите. Вот вам. Будьте любезны. Какая красивая, мощная тарелка. И фирменная до беспредела. А? Песня? Роял, Англия, а не, Голландия, Дельфт. Это, знаете, элитарная посуда, и она тут копейки. Большая, кстати, мне говорят 30, наверное, 35. Дельфт. Ну, на любителя, ну, любителей много. Тоже Германия, короче. Как копейки стоит. €70. Этот ансамбль. Стулья неплохие. Довольно неплохие. €70 только привезли. Вот это, знаете, что это такое? Это вурцельхольц, это корни. Ого, какая тяжелая. Ну, красивая, да? Красивая это. Тяжелая. И такая дизайнерская, дизайнерская. Да, это и точно. Типа как лолит, точно. Можете это держать. Точно. Это мы не донесем, она тяжелючая. Ну, если надо... вдвоем. Надо будет такси вызывать, грузчика. Ну, красивая. Да? Да, красивая. И вообще она очень практичная. Места мало. Не то, что если враги будут наступать, можно швырнуть. И убьешь точно. Да, точно, пару человек отобьемся. Не, ну красиво. Мне вот хочется даже да, да. Купить. Красиво, красиво. Такой занятный сет. Занятненький. Для чего он? Для пельменей, что ли? Прикольно.